Иностранная напасть. Минсельхоз Казахстана заявляет о массовом нашествии европейской саранчи. В зоне риска оказались Актюбинская, Кустанайская и Западно-Казахстанская области. Так называемый итальянский прус, по словам специалистов, является особенно коварным вредителем. Известно, что насекомое мигрировало к нам из соседней России. По данным Минсельхоза, химическая обработка против стадной саранчи уже полностью завершена. Но из-за погодных условий, а также миграции итальянского пруса с приграничных территорий России, площадь распространения вредителей увеличилась. В настоящее время в Актюбинской области обработали 809 тысяч гектаров полей, в Кустанайской области почти 1,5 миллиона, а в Западно-Казахстанской около 600 тысяч гектаров. Для борьбы с итальянской саранчой из госказны выделено почти 3 миллиарда тенге. Чиновники уверяют, что пока причин для беспокойства нет. Однако, чтобы ситуация не вышла из-под контроля, нужно вмешательство российских коллег. Представители Оренбургской области от предложенного проведения совместного обследования на прежних территориях и подписания отказались. Следующий акт аналогичный. Наш специалист приезжает, обнаруживает, они не подписывают и отказываются от совместного обследования. К нам даже не заезжают.